общества как раз рассуждают, что все мужики одинаковые. Если девушка живет с этими мыслями и не верит в себя, то я считаю, что лучше делать вид, что она ничего не замечает. Потому что очень глупо устраивать закат, ну, скандалы устраивать, закатывать сцены ревности с побоями, не знаю, посуды, а потом, когда муж тебе скажет 2-3 ласковых слова, ну, в лучшем случае подарит вам цветочки, и вы все это забываете и живете дальше. Я считаю, если бы я у меня не было, блин, все, заговариваюсь уже, если бы я не смогла бы поменять свою жизнь лучше, ну, как бы, если бы я не верила в то, что я могу поменять свою жизнь в лучшую сторону, не верила бы в себя, то я считаю, что лучше делать вид, что ничего не происходит. Просто жить, как живешь, и все. Ничего не спрашивать, ничего не проверять. Просто живите, вот и живите. А когда вот орут, кричат и все равно живут, это очень глупо, это показывает. Ну, лучше, чтобы мужчина думал, что вы слепая, чем что вы дура. Нет, мне не нравятся мои губы. Вы сильно и правильно поступили, я вас, кажется, поняла. Раньше время другое было, поэтому, может быть. Знаете, мамы, может, были другие, но и папы были другие, мужчины. А сейчас мужчины не такие. Но отношения от женщин идут такого. Блин, да, мой муж, наверное, сейчас уже просто меня повесит. Все, ребяточки, я с вами прощаюсь, мои хорошие. Давайте прощаться, уже поздно, уже 12 часов. Как стать такой мудрой? Пару раз обожжетесь и станете мудрой. Елена, ваш... Я очень категорична, и люди, которые знают меня, они знают, что если я что-то приняла для себя, то это все навсегда. Я соскучилась по вам, крошки мои. Анька, люблю тебя, Вопсик. Спокойной ночи, люблю тебя. Моя мудрая и лучшая. Спасибо, Ганочка. Ну что, поздравь мужа. Сейчас пойду как раз поздравлять мужа. Как нашли свое дело и поняли для себя, чем. Да я всегда знала, что это мое, и я всегда знала, что мне это интересно, что у меня это получится. Поэтому обжигалась не раз, и все равно. Ну, знаете, умный человек учится на своих ошибках. Спокойной ночи, милая. Давайте отпустим Линочку мужу. Мужу еще ничего не подарила, сейчас подарю. Все, мои хорошие, люблю вас, целую, спасибо за эфир. Над, ты что загруженная? Что случилось? Попрощайся с девчонками. Пока, девочки. Все, зарядка села, Над. Давайте спать, давайте. Спокойной ночи, Линочка и Над. Спокойной ночи. Спокойной ночи, солнце. Тебе уже отправляют все спать. Черная пантера. Дура нашла. Нашла, из-за чего вешаться. Так. Вы скоро... Как скоро к нам, красотки? Совсем скоро. Шахло, очень-очень скоро. Видишь, да, наши волосы. Мы завтра поедем на производство, решаем все свои дела. Надеюсь, что... Почему надо грустная стала? Надеюсь, что все закончат завтра у нас, и мы со спокойной совестью вылетаем к вам. Шахло, как ждешь? Погода? Да, кстати. Что нам брать с собой, если прилетим? Цвет линз Над и салотик окре. Какой сейчас цвет? Шахло, дайте-то я пойду. Блин, это очень душевно. Спасибо большое. Куколки, спасибо. Разберите елку. Елка разобрана. Завтра Таня вот придет убираться к Найке, как раз ее уберет.
Ната, обожаю тебя. Наталья, подскажи, как ухаживать? Спасибо вам с Натой. Люблю пока вас. Никак не ухожу. Спасибо, девочки. Футболка на Нате.